Рано утром на улице Литвинова в Самаре сотрудники ГИБДД останавливали таксистов, чтобы проверить документы водителей. Как объясняют инспекторы, у каждого из них, помимо прав, должны быть при себе документ о прохождении медосвидетельствования, маршрутный и путевой листы, лицензия на машину, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Есть у нас водители такси, которые страхуют автомобиль просто как обычная гражданская ответственность, не как категория такси. Естественно, если случится, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, то, естественно, пострадавший никаких выплат получать не будет. Естественно, водитель понесет наказание совершенно другое. Также технические несправности смотрим обязательно. По мере возможности выявляем все категории нарушений, которые могут быть выявлены на месте. Взмах жезла, и вот первый нарушитель. У этого гражданина Таджикистана лицензии на право перевозок пассажиров есть, но только по Москве. А путевой лист и вовсе отсутствует. Налицо сразу несколько нарушений. Но, как показали итоги рейда, большинство таксистов, которых сегодня остановили сотрудники ГИБДД, ответственно относятся к своей работе. Сергей Жданов трудится в такси более 3 лет, признается, когда документы в порядке, и работать спокойнее и проще. Очень много ДТП из-за такси. А потом в итоге, когда нет документации, это в итоге получается и ущерб машинам, и ущерб здоровью пассажирам, ну и, соответственно, и своему здоровью. Это очень печально на самом деле. Поэтому у меня все хорошо. Сотрудники госавтоинспекции просят жителей Самары быть бдительными и не садиться в такси, водитель которого не имеет разрешения на перевозку пассажиров, чтобы не подвергать своей жизнь и здоровье риску. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.